ребят, привет, добрым утром всем. Вот у нас второй день. Сейчас на завтрак будем делать яичницу. Вот, на сковородочке. На кукмаровской. Да. Как будем делать, глазунью? Да, ну глазками. Да. Люди рыбу ловят, ну и лишницу вели. Большая. Хватит, наверное. Вот, кошечки. Вот, вот. А эти сварим-то, да? Да. Эти штуки. Ну, чего? Вот так вот. Как доброе утро? Доброе утро, хорошее. Утро доброе на самом деле. Вот, сегодня уже попробовали половить рыбку. Одну поймали. Одну поймали. Плотва где-то вот с ручку. Вот. Ну и пока больше ничего не подфартило. Только сейчас соседи ловят. Соседи ловят там. Нарезаем хлебушек. Вот уже готово. Глазунья. Так, вот там у нас Витя что-то делает. А, моет крышку. От кана. Как водичка? Да. Теплая. Теплая, как парное молоко. Да, как вчера. Народ отдыхает на берегах, полно народу. Ну там какой-то на лодке плавает мужичок. Может, разгуляется погодка немножко. Так, у нас сейчас чайничек уже закипит. Так, ребята, недолго. Пока. А, Тань, выключи там эту свет. Нажми там молнию, свет выключи на нее. Смотри. Видно.
сидит народ, да, отдыхает. А тут этот аэродром Тракина. Ну, места, да, хорошие. Шикарное место. Ну вот он, вот такой вот этот центр. Видишь, такой шатер. А? Да. Ну, обычный легковушка он стоит у него. А вот это ведь пляжи по правую сторону. Там ты не представляешь, сколько народу. Я думал, сначала это что-то какие-то холы стоят, да, там. А ближе подплываешь, там одни головы. Ну, сейчас никого нету. Километров 7 я шел. Два раза заправлялись. А нет, один бак на 7 километров хватает. Ну, 7 километров в час, считай. Да, здесь мель. По шейку все. Это по пояс где-то вот, наверное. Я держу.
Сейчас я выключаю, надо постановил, чтобы подходить. Ну и как? Ну как? Очень хорошо. Приплыли, плавали туда на дальний кордон, да. Проверили владение. Ой. Народу полно, все отдыхают, гуляют. Да, полно, тот берег, там места такие шикарные есть. Дядьку видели, паразит. Скорость соседа даже не сбавил. Он мне привет махал. Он нам тоже поздоровался. Да? Нормально, мы так далеко, я ж она не слышала. Нет. Положим тут. Начало плохо ловить. Да, да, да. Вы когда вдалеке были? А когда вдалеке были, наверное, плохо, потому что Да. Что-то непонятно. Всем привет! Вот у нас сегодня обед. Готовим салатик, помидорки. Татьяна вот привезла вкусную капусту свежую с огорода. Огурцы. Огурцы огородные. Помидорки, правда, мы в Дикси купили. Ну и зелень. И зелень. Вот сегодня у нас на обед будет, вот начистил Виктор, нарезал картошечки. Будет картошечка с тушеночкой, такая жиденькая. И салатик. Да, и салатик. Да, идем. Что ты там жаришь? Все подряд. Процесс приготовки картошечки. Вот сейчас мы заправочку туда все это дело закидываем с кастрюлечки. Картошечка у нас уже сварилась, и будем все это дело тушить на медленном огне, пока она не разварится совсем. Что-то вкуснятина будет. Обалдеть. Зеленушечку я сейчас добавлю туда. Она будет как суп-бульончик такой будет. Да, вот такой же. Обалденно. Так что вот так продолжаем отдыхать. Народ на Оке прибавляется. Вот, потому сейчас народ... смотрим, закат мы тут наблюдаем. Вот, на реке Оке. Закат, солнце очень быстро заходит вот за горизонт. Я сейчас вот держу буквально камеру и смотрим, да, то есть прямо на глазах на наших заходит солнышко. Сейчас пройдем немножечко вперед. Тоже вот разобрали отлодку. Вон там вот лодка сушится. Солнышко моментально, он у берега малек гуляет. Гоняет.
Река спокойная, тихая. Все практически зашло. Комар опять появляется. Очень много комара. Все, заходит. Вот мы сидим, отдыхаем. Уже, можно сказать, сегодня последний денек. Завтра уже все, всем в путь. Весла вот разобрали все. Вот так вот. Ну как отдыхается, видишь? Шикарно. Здесь салат весенний, все у нас как положено. Все. Сейчас клюнуло, а там... Да. Пойдем улов покажем, что ли, народу. Потом покажем. Да? Да. Любаня поет, пошли. Давай я закину, видишь? Давай. Сейчас я попробую закинуть. Сказка. Ага. Народ где-то еще веселится. Ну ты что, там гуляет по полной программе? А кто что-то затихли эти? Соседи напротив. Они уехали. Ведь. Не, вон машина стоит. Да. Это уехал этот, который на лодочке был, мужчина. Ну все, вот набили кормушечку, ребят. Сейчас мы ее вот такой кашицей. Прикормка салапинская. На мотеля, то есть на этого? Опарыш, да. Опарыш. Сто 120 грамм кормуха. Да, течение сильное уносит сразу. Течение сильное, не то слово. Видишь, как понесло. Интересно, какая там глубина? А? Какая там глубина? Я думаю, что 4 метра. Да? По фарватеру? Все, так вот ставим катушечку. Сейчас Виктор нам покажет. И немножечко подматываем. Вот так вот подматываем немножечко. Все. Колокольчик. Вот так поставили и вешаем бубенец поближе так. Вот так вот. Ну так, для контролечки. Вот так вот. Сейчас поставим чаек, чайку попьем немножечко, мы чайничек помыли. Как раз доходят дрова. Вот, поставим чайничек. Да. Чайник, кстати, очень удобный способ использования мангала. То есть, если хочешь там без трехноги всякие там, какие-либо там что-то где-то применять. Просто ставится мангал. Покупаете вот такую вот обычную решетку. Правда, она уже, сколько она там, она уже это, можно сказать. Вот, ставите и готовите. Хотите чайничек, хотите котелочек, сковородочку, там яичницу пожарить, пожалуйста. Все, что хочешь. Очень удобно и очень да, грамотно. Практично. Практично, да. И без всяких трех ног. Нельзя, не надо костры разжигать. Костры разжигать не надо. Мы вот ничего, никакую почву, ничего да. не попортили.
Вот. Так что вот так вот, смотрите, какой обалденный закат. Прямо, я бы сказал, очень даже. Да, закат шикарный. Вроде как там светло все, а здесь темно, да. Тучи. Где еще такое увидите? Нигде. Нигде. Тишь какая, гладь. Ну, вообще, по сути, Акана вообще сама по себе спокойная речка. Ну что, течение-то не, да. не спокойное. Течение неспокойное, да. Течение очень сильное. Сегодня вот на лодочке плавали туда 7 километров, обратно 7 километров. В ту сторону плавали вот. Да. Очень, очень это как бы. В сторону Каширы. В сторону Каширы, да. Там Каширская масса. Ну, соответственно, до Каширы не доплывали, потому что, ну, это очень далековато. Для нашего мотора. Мотор у нас Yamaha двоечка. Мотор хороший. Да. Для души, для замечательный мотор. Вот стоим около костра. На мангале разожгли костерок. Как обычно, подкинули. Видите, вот подкидывает. Поддаем огоньку. Немножечко огоньку, видите, да. Поддает, да. Красота. Ака, ну уже все, да, зад домой. Ну так, Вить, в двух словах, как вот отдохнули вообще, вот, ну, так вот. Замечательно, просто замечательно. Единственное, да, погода чуть нас подвела. Ну, как бы не было солнца, ну, я солнце не очень люблю. Не люблю более такой погоды. Ну, народу много, да, так, в принципе, на Акит. Очень много, тот берег, ну, относительно забит весь. Ну, купались мы вчера, да. Даже сейчас вода очень теплая, очень. Просто иди купайся, как парное молоко. Да, вода, кстати, теплая, да, очень, да. Так вот сегодня на лодочке плавали. То есть, замечательно. Отдых шикарный. Вот сейчас самое оно шикарное. Не холодно, не жарко. Комаров нету. То есть, благодать.